идеальный таксист, какой он? Ведь у него же очень ответственная миссия. Он же не просто возит людей с точки А в точку Б. Он же должен еще и довести человека в хорошем настроении, да? Вот обрисуй, пожалуйста, идеального таксиста. Ну, мне кажется, идеальный таксист должен быть всегда в хорошем настроении. Музыку потише включите, чтобы хорошая, приятная музыка играла. Какой-то анекдот, может быть, рассказывал, чтобы весело было ехать. И время, чтобы незаметно как раз пролетело, пока едешь на такси. Ты таких таксистов знаешь? Нет. Таксисты, если вы есть такие, отзовитесь. Мы с Анастасией, нет. С Ариной. С Ариной, ну и с Анастасией тоже вас ждем. Хоть раз в жизни, но вы пользовались услугами такси, да? Да, думаю, не раз в жизни, гораздо чаще. Ну вот, скажите, тогда наверняка вам знакомы такие характерные фразочки, которые иногда вот выбрасывают, так сказать, таксисты. Вот есть такие, да? Ну расскажите. Конечно. Я знаю фразочки не таксистов, а пассажиров. Ну, давайте с этой стороны зайдем. Можно говорить музычку погромче. В определенном состоянии обычно вечерами люди так говорят. Таксистам это очень не нравится. И на эту фразу у них аллергия, когда им говорят: сделайте музыку погромче. Я хороший, мне нужно послушать музыку, пока еду домой. Ну, а с другой стороны, ну а что в этом такого, если у человека, весна в душе? А таксистов, они эту весну видят с утра до вечера у людей. Там не только весна, там весна перерастает в другие краски. В лето? В лето, да, в лето, и может даже в осень. Так. Ну, то есть вы хотите сказать, что вообще таксисты – это такие люди, которые вообще столько повидали на своем веку, да? Однозначно. Как вы думаете, какой самый страшный сон таксиста? Что вот вы приезжает он на заказ и садится к нему вот кто? Трое в темных плащах ночью. Вот они такие варианты. Слушайте, тут даже таксистам не надо быть, чтобы не любить такие варианты. А все остальное, больше они ничего не боятся. Это очень смелые люди, потому что очень много терпят. Потому что видят разных людей в разном состоянии. Им ничего не могут делать. Они только везут и рискуют своей жизнью, я считаю так. На самом деле, правда, давайте мы тогда, может, сейчас обратимся ко всем таксистам Калининграда, которые возят наши бренные тела. И иногда ведь, правда, эти тела не очень хорошо себя ведут, да? Однозначно. И скажем мы им что таксистам? Терпение вам и большую благодарность объявляет вам весь Калининград за вашу работу. Да, ну а вам, соответственно, за эти слова вы нам должны какую-нибудь скидочку с Евгением. Знакомы ли вам фразочки? Вот знаете, такие есть, бывают типичные фразочки таксистов. Может быть, сами вы слышали. Вот что они как отчебучат? Нет, я не прислушивалась. Я сама люблю ездить за рулем. И сама позволяю себе сказать так, ну, фраер и так далее. А в смысле, фраер, давай там, дави на газ или что? Нет, ну что, телимся и так далее. Ну, то есть разговариваем, как обычные водители, мы разговариваем за рулем. И думаем, что они слышат, понимаете? Да, есть такой момент. Но, возможно, гипотетически они могут чувствовать эту энергию. Конечно, то есть они чувствуют, я так думаю. А скажите, а есть ли у вас тогда представление о каком-то идеальном таксисте? Ну, все-таки вот если вы решили сегодня быть без руля, выпить бутылочку игристого, распить с подругой, вот какой он идеальный таксист? Господи, тот, который приехал вовремя. Ну, хорошо, вот он приехал вовремя, но в машине накурено, он хамит и играет радиошансон. Не включает громкую музыку. Я не люблю громкую музыку. Так. Особенно ту, которая рок, например. Угу. Вот, я всегда прошу, убавьте, пожалуйста. Вот, все. Ну, то есть у вас очень скромные запросы. Вы просто хотите лучшего. Да, у меня просто чуть-чуть лучше, чем, допустим, они себе позволяют. Очень достойно. Знаете, по-королевски.